20 минут о красоте и стиле, которые проявляют себя в любую погоду и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. В период, когда массовые мероприятия под запретом, настает время приятных встреч в узком кругу. Таким оказался и этот инстадевишник, с участницами которого мы предлагаем познакомиться. Давайте знакомиться. Меня зовут Надежда Рачкова, но в Инстаграме я больше известна как мамочка-туристка. Всем привет. Меня зовут Наталья, я фуд-флорист. Я с мамой Назифе, владелица сети парикмахерских. Меня зовут Елизавета Савельева, я занимаюсь распивом нишевой парфюмерии в Челябинске. Меня зовут Екатерина Козлова, я нумеролог. Меня зовут Аксинья Фоменко, и я являюсь владельцем сети детских игровых пространств для проведения детских праздников Kinderland. Все девушки являются активными инстаблогерами, рассказывая в своих аккаунтах и о своей личной жизни, и о профессиональной деятельности. Я просто обожаю путешествовать. Объездила уже более 30 стран на разных континентах. И я давно забыла о каких-то туроператорах, чартерах, различных турах all inclusive. Я сама решаю, куда ехать, когда ехать, на чем. И с удовольствием учу этому других. Я могу посоветовать вам, на чем можно сэкономить, даже если у вас бюджет не ограничен. Я могу подсказать вещи, на которых экономить ни в коем случае нельзя. Могу поделиться успешным опытом путешествий с бабушками, с маленькими детьми и рассказать какие-то другие секретики. Я могу помочь простроить маршрут, найти жилье, указать места, где можно покушать, на разный кошелек, на разный вкус. Могу подобрать хорошего русскоговорящего гида, проверенного. В феврале у нас была совместная поездка, авторский тур. Я ездила вместе с девочками, то есть мы путешествовали в Эстонию, там брали машину и путешествовали по стране. Я в бизнесе с 2010 года. Сначала маленькую открыла парикмахерскую, ну потом чем дальше, тем больше. Потом приобрела недвижимость нежилую и открыла вторую. Ну а там и за третьей недалеко. После пандемии все соскучились по нам. Я очень довольна. Девочки у меня, ну я хочу сказать, супермастера. У меня девочки делают даже то, что не могут сделать в некоторых салонах. Я очень люблю свои парикмахерские, своих девочек. Вот, хотя они у меня капризные, но мы живем дружно. Я вообще с детства любила танцевать, всю жизнь танцевала. В прошлом году заметила, что по телевидению приглашают женщин в модельный бизнес. Вот, ну и пошла на проекты. Прошла 3 проекта. Хочу быть модель 35+. На 31-м канале тоже мне показывали. Сейчас снимаюсь в рекламных роликах. То есть я позиционирую как уже, ну, состоявшаяся модель. Одним из вопросов, который обсуждался на девичнике, ведение бизнеса в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации. Во время пандемии, поскольку наши пространства не могли работать, да, все это время мне пришла идея создать новый бизнес, а именно это доставка шаров Air Superhero. Все свои бизнесы, все свои активности я провожу в Инстаграме. То есть на самом деле оттуда приходит клиентов порядка 40%. То есть это достаточно много. И на сегодняшний день, там, допустим, у нас Инстаграм Kinderland 174 среди детских игровых пространств занимает лидирующую позицию, потому что у нас больше всех подписчиков. Около 6 тысяч человек. Почему у нас был такой большой резкий прирост? Я думаю, мы дальше также будем расти экспоненциально, да? Почему? Потому что мы постоянно снимаем сторис. Мы показываем свои лица, мы показываем все наши работы, композиции, мы показываем то, как мы ездим на доставке. То есть мы ведем, по сути, блог по шарам. То есть они видят, что я реальный человек, да? Вот я надула шарики, вот мы такую композицию красивую составили, вот мы приехали на доставку и так далее. Помните, как Билл Гейтс говорил, если вас нет в интернете, значит, у вас нет бизнеса. Те люди, которые потеряли работу, и для них как раз возможность определиться, где он еще может реализоваться, в какой сфере он может реализоваться. Но вот сейчас тот момент, когда нужно что-то перестроить и начать дальше действовать. Нумерология позволяет определить углы конфликта между людьми. Можно сохранить отношения, зная, что выводит из себя твоего близкого человека, ты можешь аккуратно сглаживать этот угол и не давить на эту больную мозоль. Выпускные прошли, и родители сталкиваются часто с тем, что дети не могут определиться, куда они хотят идти. Но в силу того, что родители, опять же, да, пытаются реализовать свои какие-то нереализованные амбиции в своих детях, не понимая, что каждый ребенок приходит со своей определенной программой, со своим талантом. И на самом деле задача родителя – помочь узнать, какой есть талант у ребенка,
и помочь им этот талант реализовать. Нельзя сопротивляться тому, что твой ребенок хочет где-то реализоваться, если он действительно, у него есть к этому талант. Нужно ему помочь. Тогда дети вырастают успешными и благодарными. Дата рождения позволяет максимально раскрыть возможности человека, определить его сильные и слабые стороны и ту сферу, главное, где он может максимально успешно реализоваться. От воздушных шаров переходим к подаркам. В данном направлении, но каждая по-своему, работают еще две участницы встречи. Я нахожу ответ на вопрос, что же подарить человеку на день рождения, на юбилей, на какие-то знаменательные даты, да и даже просто без повода порадовать. Мы с клиентами зачастую в общении разрабатываем какой-то свой уникальный, скажем так, дизайн букета, проект. Сегодня я к вам с одним из таких букетов. Это самый популярный букет для мужчин. На моей странице можно будет увидеть различные варианты и для мужчин, и для женщин. И, кстати, мы его, конечно, прозвали, я его прозвала мужским букетом, но очень часто говорят, почему это, то есть женщины тоже хотят и заказывают. По заказу я всегда уточняю у клиента, к какому времени нужно, потому что если это продукты, то нужно понимать, что они должны поступать заказчику на стол максимально свежими. И если это морепродукты, то я начинаю их готовить, да, то есть я их варю, изготавливаю за 2 часа до того, как выдать. Что такое распив парфюма? Во-первых, это возможность прекрасно сэкономить свой бюджет. Во-вторых, это возможность составить шикарную парфюмерную коллекцию. И в-третьих, если вы заходите в парфюмерные супермаркеты и смотрите на заветные флаконы, и хочется и колется, я та фея, та волшебница, которая может помочь вам обрести желанный аромат и правильно подобрать его. Берется оригинальный парфюм, убирается спрей и посредством через шприц с минимальным количеством кислорода необходимое количество парфюма помещается в атомайзер. Атомайзер – это флакон с пульверизатором или без, для необходимого количества парфюма. 2 мл – это примерно, девочки, 35-40 пшиков парфюма. Ну, в зависимости от плотности, каких-то 25-30. 30 пшиков – это то количество, которое позволяет вам понять, подходит ли вам парфюм, хотите ли вы его в полноценной, более большой версии, да, и так далее. Таким образом, мы, к примеру, затрачиваем там 1200 рублей вместо 25 тысяч и понимаем, хотим мы с этим ароматом, да, проводить свое будущее, либо не хотим. Приятные люди, полезные контакты, новые подписчики, лайки и лайфхаки. В этот вечер было все. Но, пожалуй, самое главное – это живое общение офлайн, по которому все так соскучились, проводя время в своих аккаунтах. Центр косметологии «Мерлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268-0507. Центр косметологии «Мерлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Прейскурант на сайте вселенка.ру. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте luckyschool.ru. Ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома «Моисейкин», шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены. Эксклюзивный представитель дома «Моисейкин» в Челябинске – ювелирный бутик «Частная коллекция». В настоящий момент работаем в режиме онлайн. Телефон плюс 7 922 705 80 85. Вы смотрите «Beauty Time» и прямо сейчас «Инстачек» – телевизионный проект о преображении Инстаграм-аккаунтов. Представители бьюти-индустрии очень активно представляют себя в социальных сетях. Герои сегодняшнего выпуска «Инстачек» как раз из этой категории. Правда, бизнес у них весьма специфический, я бы сказала, уникальный. Этот бизнес, он изначально создан как онлайн-бизнес. Потребитель наш – это город Челябинск и эта область. Идея была такая –
открыть просто магазин по продаже волос. Такого магазина в Челябинске нет. Вслед за магазином очень быстро появилась студия наращивания волос. А вскоре бизнес стал семейным. Оксана и Евгений основали мастерскую по подготовке натуральных волос к наращиванию. Наша деятельность началась в феврале 2019 года. Мы подписали договор представительства с фабрикой русских волос. Они были одни из первых, кто начал заниматься подготовкой, обработкой волос в таких объемах. Получали сырье от разных фабрик России, смотрели, что-то нам нравилось, что-то не нравилось, и решили себя попробовать в производстве. Я же бизнесмен, да, я должна была увеличить свою прибыль. Мы все просчитали и решили, что будет здорово, если эти волосы мы будем сами у себя здесь, в Челябинске, готовить. Уже конкретно оттенки, структура, длины, какие нам нужны, да. Мы это будем все сами у себя готовить и передавать на студию по наращиванию волос. Так появилась мастерская. Обучение в Санкт-Петербурге. Получили нужные знания в этом ремесле, вот, и открыли свой цех по производству, ориентируясь даже, ну, работать на свой салон, то есть производить сырье для своего салона. Мой муж сейчас главный технолог нашего производства. Здесь вот работаешь как художник, то есть приходится творить ежедневно что-то, и что-то новое постоянно выходит, ищешь какие-то формулы, свои там какие-то формулы создаешь. В нашем регионе мы первые, кто занимается промышленным окрашиванием волос, то есть у нас идет сборка волос на территории России и, естественно, за пределами. И как часто бывает в современном мире, большинство клиентов компании приходят из социальных сетей, хотя с Инстаграмом отношения сложились не сразу. Я с Инстаграм была вот прям конкретно на «вы», вот прям вот во всем отношении этого слова. Страничку мне создала моя знакомая, немножечко я там присмотрелась. Уже потом сама влилась снимать себя, это очень тяжело, и мне кажется, до сих пор этого очень стесняюсь и боюсь. Я занимаюсь, я развиваюсь, я учусь, как правильно вести Инстаграм. Ну, конечно, есть люди, есть специалисты, которые настолько тонко изучают эту тему. Совершенно случайно я познакомилась с девочками с Pro PR Media, и я для себя поняла, что это, да, это специалисты, это те люди, которые мне помогут углубиться, да, в тему Инстаграм, какие-то там моменты, которые, например, мне долго изучать. Я доверилась профессионалам. Я очень рада этому. Наши телевизионные СММщицы Аня и Лина уже готовы высказаться по поводу аккаунта Russian Vape Hair 74. Так как мы нацелены на выход на Россию и на продажу, соответственно, продажа – это будет ключевое слово в поисковой строке. Это строка поиска, то есть по этому имени вас ищут в Инстаграм. Шапка профиля меняется полностью. Даже уникальное торговое предложение. То есть, например, мы на рынке 10 лет. Ну, то есть, надо доказать, почему именно у вас должны купить. Для этого нужно уникальное торговое предложение, чтобы чем-то зацепить клиента, а не так, что вот мы продаем. Если есть акция, вы обязательно ее вставляете в шапку профиля. Пусть ваша шапка продает. То есть мы в самом конце шапки профиля добавляем либо офер, это, например, какая-то акция, конкурс, розыгрыш проводится, либо призыв к действию, например, запишись, получи там скидку. По постам мы увидели, что есть рассрочка платежей, есть рассрочка на волосы, то есть это очень удобно, например, для мастеров других студий, которые хотят сделать большой заказ на волосы, но шапка профиля этого не отображает. Я бы добавила больше навигации. Если мы визуально смотрим, то вот эта картинка, например, отличается, да, от этой картинки. Ну вот здесь вообще яркий пример. Здесь очень красивая девушка, а здесь как бы задний процесс план, да, процесс. Но вы тогда его
чем-нибудь закрасьте, так скажем, какой-нибудь навигацией, каким-нибудь словом. Конкурс, прайс, бесплатная консультация. Человек зашел, увидел, они бесплатную консультацию проводят. А чтобы ему узнать, что они проводят бесплатную консультацию, нужно зайти на пост и каждый пост прочитать. А что в этом посте? А вообще есть ли у них бесплатная консультация? Он не найдет, уйдет к другому человеку. Аккаунт целостный, просто его нужно упорядочить по картинкам. В аккаунте Russian Deep Hair мы поменяли имя профиля. Теперь человек, который ищет волосы, в поисковой строке запроса Инстаграма найдет профиль Russian Deep Hair. Дальше по шапке профиля мы вывели на первое место это продажу волос, то, что это собственное производство волос и, соответственно, то, что волосы продаются по России и миру. Данный аккаунт подготовили к тому, чтобы они были первыми на российском и международном рынке. По нашей рекомендации Russian Deep Hair изменил актуальные истории. Поменяли внешний вид истории, мы добавили надписи внутри, иконки с более понятными, обозначающими содержание актуальных историй. Вместо графического изображения мы рекомендовали им использовать тексты. Так как на данный момент это более актуально, это более информативно и функционально. До редактирования страницы и до редактирования актуальных историй иконки рассрочка не было, но рассрочка предоставлялась, о которой очень часто задавали вопросы в директ. Эта иконка была очень необходима аккаунту, потому что это плюс, еще один потенциальный клиент. Теперь, заходя в аккаунт, мы видим навигацию по основным интересующим вопросам. Например, волосы в наличии, актуальный прайс, свободное время записи. Я для себя очень многое узнала благодаря вам. Сейчас наш Инстаграм отражает все грани нашего бизнеса. Я думаю, сейчас все выглядит очень понятно, доступно. Инстаграм я буду вести самостоятельно. За консультациями буду обращаться к вам. Все новейшие тенденции у вас. Я желаю вам продолжать в том же духе, вести свой аккаунт профессионально, соответственно, чтобы ваша клиентская база росла. Ваш бизнес только процветал. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. We'll be right back.
Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».